так, Настя, в день своего дня рождения играет на концерте в городе Казань. И так ее встречает публика. Браво! Анастасия Гончарова! Друзья, я вышел на эту сцену с этой штуковиной не просто так. Ведь дело в том, что который год Настя встречает свой день рождения на концертах. И в том числе и сегодня. Она вновь 20 декабря находится на гастролях. Настенька, с днем рождения! И это идет сейчас прямой эфир с твоим супругом. Мы ему вместе с залом сейчас передаем привет и вместе с ним сейчас споем для тебя песню. И вместе со всем залом. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Поздравляем Анастасию! Поздравляем тебя!